Так, вот он наш Сатурн. Три тридцать три по Киеву, Харькове. Двадцать восьмое июля. Две тысячи двадцать первый год. Дубль второй увеличил я светочувствительность пожар того качества съемки, дабы снять Сатурн, который в 1 337 000 000 километрах от нас в более ярком варианте, потому как при наилучших настройках светочувствительности, в смысле качества съемки, он совсем уж тусклый. В окуляре я его еще как-то вижу, но каждый раз разочаровываюсь, когда смотрю это на экране. Ладушки. Давай не будем затягивать. Пошли сразу посмотрим на совсем рядышком находящуюся Луну и Юпитер. Вон Луна. Ух ты. Штатив. Мешает штатив вращаться. Совершенно замечательный. Эти глаза напротив обнаружил в предыдущем дубле. Та-да-да-дам. Зря очень раз. Разве не красота? Как это? Пареидолия, да, способность в хаотичных нагромождениях черт и образов вычленить свой, похожий на что-то. О, ёжик где-то рядом шипит, шушукает. Тоже, наверное, на Луну хочет посмотреть. Ой, красота! Так, тут надо не затягивать еще. Хочу же я все-таки попробовать увидеть Плеяды. Так, наверное, выдержку и уменьшу. О, птичка полетела по Луне. Ты же моя хорошая. Ну, наверное, летучая мышь все-таки, а не птица. И, конечно, не по Луне, а на фоне Луны. Ну, колорит это добавляет всегда съемкам. Неопознанные летающие объекты на фоне нашего спутника. Смотрится просто великолепно, даже если они опознаны. Какую-то долю секунды они точно не опознаны, так что против истины не погрешим. А даже когда опознаны, могут быть ложно опознаны. Птичка это, летучая мышка это или бельмо у меня на глазу. Так, поехали, наверное, к Юпитеру. Не будем растекаться мысью по древу.
дублем по утренним съемкам. Так, это же надо увеличить теперь выдержку. Так, так, вот он наш Юпитер, сразу стал виден. Юпитер, если я правильно помню, это третий по яркости объект на земном небосводе после Солнца, Луны и Венеры. Верить мне не надо, я запросто могу и что-то напутать. Врать я не вру, но путаю очень часто. Так что, может быть, сегодня не 28 июля. Слушай, светает уже, по-моему, ощутимо. У меня уже глаза приноровились. Ух, надо поторопиться. Ну вот, вот это у нас разница. Прошлый дубль был ИСО 125, это 400. И уже как спутники видны ярче намного. ИСО, ну, искусственное завышение светочувствительности, грубо говоря. Ну что-то не очень фонтан, не очень. Явно все-таки дымка есть. Так, сейчас нырнет в правом углу спутник Ганимед. Потом идет Юпитер со штрих-кодом. Потом идет Ио, Европа и Каллисто. Все, комплект. Надо, наверное, занижать контрастность. Что-то слишком ярким пятном. Да, вот часто, кстати, спрашивают с таким же фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000. Почему Юпитер выглядит как белое пятно? Потому что завышена настройка светочувствительности. Мне самому, как полному профану видео фотосъемки, подсказали это в комментариях. Что надо я снимал Венеру, и она у меня была просто какой-то звездой смерти, сияла всеми лучами в разные стороны. Мне подсказали ребята, уже не помню, спасибо, кто это был. То есть не за то спасибо, что не помню, а за то, что подсказали. Буквально прислали инструкцию к фотоаппарату электронно. И объяснили, что нужно светочувствительность уменьшать. Тогда контрастность будет позволять. 613 миллионов, да, миллионов километров до Юпитера нынче, очень близко. Еще несколько дней до августа, в котором не только все дни рождения моей родни, кроме маминого, который завтра, но еще и ближайшее расстояние к Юпитеру, Сатурну, и будем смотреть на это с огромным интересом. Поехали посмотрим. Попробуем. На Плеяды гляну. Сейчас я прикину, как мне лучше поступить. Наверное, выйду, но все-таки как бы мне по ним хорошо прицелиться.
Ориентир какой-то надо взять. Вон, дерево, вершина. Чтобы я по ней стрелял. Ну хорошо, тогда увеличим еще выдержку, то есть это светочувствительность. И снимем еще один дублик, может даже с плеяты начнем. Пока завершим второй дубль луны. Что-то у нас все равно растянулся этот дубль. На ой-ой-ой. Уже Сатурн скоро спрячется. Хорошо. 3.44 по Киеву, Харькову. 28 июля 2021 год.